Geschätzte Zuschauer, Уважаемые зрители, Арсений Яценюк, который после насильственного переворота стал премьер-министром Украины, по сути является агентом США и их союзников. Об этом в одной из своих статей пишет немецкий автор бестселлеров, журналист Герхард Вишневский. На личном сайте Арсения Яценюка и его организации Open Ukraine в рубрике «Партнер» каждому доступна информация о тех силах, которые были задействованы в организации переворота. Вот несколько выдержек. Первое. Организация Black Sea Trust. Это так называемый американский фонд влияния. Два. Chatham House. Это британская сеть по международным делам, которую, между прочим, финансирует Рокфеллер, Билл Гейтс, НАТО, ЕС и немецкий фонд Конрада Аденауэра. Три. НАТО в частности. В виде специально для Украины созданной организации под названием Информационный и документационный центр НАТО. 4. Организация NET. Это организация с целью демократизации чужих стран, финансируемая правительством США. Эллен Вайнштейн, работавший над концепцией организации NET, сказал: «Огромная часть того, что мы сегодня делаем с помощью NET, 25 лет назад секретно делала ЦРУ». И 5. В конце концов, в списке партнеров премьер-министра Украины Арсения Яценюка открыто для всех красуется печать Министерства иностранных дел США. Уважаемые дамы и господа, интернациональные связи такого характера уже сейчас выявляют, что Арсений Яценюк не будет заботиться о своем народе. Он будет представлять интересы только западных сил. Поддержите, пожалуйста, портал Клягемауэр ТВ, распространяйте эту информацию. Доброго вам вечера.